Сегодня силы ополчения сообщили о полном закрытии котла вокруг Дебальцево. Отбив несколько контратак в районе Углегорска, силы ДНР продвинулись в направлении северо-востока и соединились со своими войсками, наступающими со стороны Новогригоровки. Таким образом, группировка противников Дебальцево оказалась отрезанной от основных сил, ведущих оборонительные бои в Светлодарске, а также от снабжения. В окружении оказались, по разным оценкам, от 5 до 9 тысяч человек.